Добрый день, друзья! С вами канал «Про улицы Москвы». И сегодня небольшой выпуск про одну, точнее, про две улицы. Это Большая Дмитровка и Малая Дмитровка. Кто еще не подписался, подписываемся, ставим лайки. Приятного просмотра! Большая Дмитровка закончилась. Сейчас чуть-чуть проедем по Страстному бульвару. Как всегда, кто-то мешается. Ну и вот выехали на Малую Дмитровку. В отличие от большой, она, конечно, пошире будет, но на 300 метров короче. Садовым кольцом поездочка наша завершилась. Не забываем подписаться, поставить лайк. До скорых встреч!